Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 4 2011 года выпуска. Двигатель 2.7 турбодизель, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 144 тысячи километров. Заменю на нем масло в гидроусилителе. По регламенту здесь масло меняется вместе с бачком гидроусилителя, так как в бачке есть сетка, но меняя у товарища, я обратил внимание, что сетка там обычная пластиковая, без какого-либо дополнительного фильтра. Сниму бачок, промою его и установлю на место. Масло буду использовать не оригинальное, Ravinol. Масло хорошего качества, аналогичное оригинальному маслу. Возможно, что в оригинале и залит как раз Ravinol. Открываю капот. По минимальной отметке стоит уровень масла. Ну, внешне так вот ничего не поймешь, темное да темное. Сейчас его откачаю из бачка. Откачаю экспресс-заменой. Можно шприцом, можно моторчиком. На Алиэкспресс, кстати, продается мотор для откачки жидкости. Откачиваю масло. Ну, судя по трубке, масло не такое грязное, вот зеленоватого цвета на просвет. Ну, я не знаю, когда оно менялось, у меня бумаг нет. Поэтому я постепенно сейчас заменю все жидкости, чтобы менее накладно было. А масло, да, масло действительно менялось нормально. Состояние его не черное. Но грязь на сетке есть, поэтому менять его надо. Сейчас большую часть соберу грязи. Вот если заглянуть, вот так вот сеточку почистил, на ней был ровный слой грязи. Снимаю бачок. Для этого я его поднимаю вверх. Все, он на конусе сидит. Снимаю шланг меньшего диаметра, который это у нас получается идет обратка с рейки. Беру заглушку. Чуть-чуть подниму повыше. Заглушечку взял, чтобы заткнуть бачок. Снимаю хомут. Поворачиваю шланг. Наклоняю бачок немножко в бок, вот так вот. Выкачиваю из него еще жидкость.
можно меньше, у меня ее оставалось там. Снимаю шланг. Маленько тряпку сразу положу. Так, в шланге есть маленько масла. Понятно, у меня трубка в шланг не лезет. В шланге что-то стоит, установлено. Ладно. Сейчас посмотрю. Закрываю бачок. Вот одел заглушку. Шланг, одеваю шланг. Прямо подходящего диаметра вот затолкал шланг. Второй конец в бутылку с отработкой. Отработку это пока накидываю на место. Масло, как я и говорил, Равинол SSF, номер для заказа. Вот этот идет 1181. Нет, ничего подобного. 40 148 35 73 64 12. А, он заказывается по штрих-коду, но вот этот номер тоже должен пробиваться, артикул. Сейчас маленько приподниму, чтобы у меня вывесились передние колеса. Так, легче крутить рулем. Не на заведенную. Так, ну что, открываю пробку. Здесь интересно, носик сделан сразу. Ну, в принципе, в равиноловских банках он так и делается в большинстве. Поднимается одно деление и поднимается еще другое деление. Заливаю масло. Масло я, как и говорил, зеленого цвета. Заливаю пока полный бачок. Ну и кручу рулем влево-вправо. И опять заливаю масло, это не запуская, он продавливает через рейку, через шланги, кроме компрессора, ну самого насоса, гидроусилителя.
чтобы через насос продавить, я запущу на какой-то момент. Ну да, состояние масла видно, оно светло-светло-зеленое. Опять кручу рулем влево-вправо. Масло ушло, здесь прибавилось, и еще третий раз делаем. Получается, три раза я проливаю чистым маслом. А вот теперь делаю короткий запуск двигателя. Заливаю масло. Так, попросил ребенка помочь. Держу шланг. Заводи! Глуши! Все, масло ушло в трубки. Сейчас покажу масло светлого прозрачного цвета. Вот она. Вся система у меня уже чистая. Мне что-то остается либо просто налить, ну, поставить на место шланги, налить масло, выставить уровень, либо, как я сейчас сделаю, я сниму бачок, промою его сетку и поставлю на место, выставлю уровень. Так, автомобиль я приподнял, поэтому камеру еще выше поднимаю. В бачке у меня жидкости нету, поэтому я снимаю шланг смело. Снимаю хомут. Поворачиваю шланг. И снимаю бачок. Сильно не тяну, просто чтобы, выскочив, не забрызгать здесь все. Бачок снят. Дата 24.01.11. Бачок родной стоит, не менялся. Снимаю шланг, который я одевал для прокачки. И убираю банку с отработкой. Вот если камера позволит заглянуть туда в бачок, видно, что все-таки сетка грязноватая,
Вот так вот под углом попробую показать. Точно не вижу. Не знаю, видно, не видно. Очиститель карбюратора в этом плане творит чудеса. Отсюда размочу, а отсюда уже смою. Сразу снимаю заглушку. Ох, зацепилась. Все, даты больше не осталось. Была. А теперь все, продуваю, протираю, и состояние сетки уже вот видно. Компрессором дую. Все. Вот так вот свет падает, сетку видно хорошо. Вот такое состояние сетки стало. Я не вижу необходимости менять бачок, как это предписано. Одеваю один шланг. Оставляю вот так немножко повернуть. Вот так вот. Одеваю хомут на место. Одеваю второй шланг. То, что внутри стоит, типа клапана что-то. Поэтому он даже зажат дополнительно хомутом. Здесь есть метка, по этой метке выставляется. А дополнительный хомут, вот он стоит, внутри, он зажимает внутренний клапан. Одеваю хомут на место. Одеваю бачок на место. Заливаю бачок в масло. Открыл вторую канистру. Сейчас у меня емкость пустая. Зацепил камеру. Не запуская, кручу рулем. Доливаю масло. А вот теперь запускаю двигатель.
преодолеваю уровень масла по максимуму. Вот и все. На этом замену масла я закончил. Рулем влево-вправо на заведенную я покрутил не меньше 5 раз в каждую сторону. Никаких звуков гидроусилителей нет. Работает все исправно. На этом замену масла я закончил. Всего вам доброго.